Всем привет! Начинаем путешествие очередное уже по Будапешту. Хочу вам показать, что творилось в Будапеште в 2013 году. Как раз попал в период такого всеобщего европейского наводнения до 6 июня. Действительно, город прилично подтопило. Были прогнозы, что вода поднимется до 9 метров, хотя по данным местной МЧС максимальный подъем, который бы смогла выдержать набережная и все эти канализации, это 9,3 метра. Вот такие вот кадры. Действительно подтопило прилично. Не видно остановок, трамвайных путей. Ну, вот так вот на взлет. Ну, вот то, что я видел, а я уж не прям там ходил, высматривал. То, что было по пути, то я и фотографировал. Это где-то по пояс, наверное, метра полтора-два. Хотя, говорят, в некоторых местах чуть ли до 7 метров Дунай поднялся. Я как раз в это время был в Вене. И, наверное, первый раз за огромное время немецкие железные дороги опоздали. Я тогда опоздал на часов, наверное, 8, а жил на острове Магриб. Это прям по центру Дуная. Так вот, меня туда не пускала полиция и говорила, что срочная эвакуация и, в общем, просто аларм. Я спокойно там поспал, с утра встал, купался в бассейне. Ну и действительно там всех эвакуировали, и все переехали в другой отель. Хотя, в общем, действительно было немножко страшновато. Не могу сказать, что прям там ого-го. Было страшно в том, что не уехать. Я как раз через 2 дня уезжал и думаю, не дай бог там что-нибудь затопит так, что трамвайных рейс не будет видно. Ну, все обошлось. Так что вот такое дело. Вот парламент там действительно там притопило, набережные, все было обложено песком. Говорят, что на всей территории Венгрии было изготовлено 6 миллионов мешков с песком. Действительно, они укрепляли набережные, вся была укреплена этими мешками с песком. Вот, закрылись маленькие ресторанчики. Но все равно их затопило, конечно, это бедствие. Вот такие дела. Всем пока, всем привет, показал. До свидания.